Все для детей. Парк отдыха «Дубовый Гай» пополнился новыми аттракционами. Вместе с первыми посетителями в Дубовке побывала и наша съемочная группа. Давно планировали, в этом году удалось приобрести, говорят в парке. Лабиринты «Батут Капитошка» заказывать пришлось в Киеве. Ближе не делают. Обещают еще надувной автотрек. На три аттракциона потратили 150 тысяч гривен. Причем заработали сами. Посещаемость всегда у нас нормальная, но вот эти вот дожди и сильная жара, конечно, сыграла свою роль, что посещение немножко меньше, чем ожидалось. Ну и так довольно, все нормально. Несмотря на будний день, в Дубовой роще посетителей хватает. Приходят развлечь детей и отдохнуть сами. Егор тестирует батут и лабиринт одним из первых. В парк привела мама, оба остались довольны. В летнее время как бы часто приходим. Вот. Паровозики нравятся. И вот эта вот каруселька. Вот. Ну и, конечно, батуты. Батуты, которые там на дальнем плане находятся. Ребенок любит очень прыгать. Ну, мне подается очень красный. Самые популярные у взрослых – карусель, вальс, колесо обозрения и веселые горки. Детям нравится светофор, одноколейная железная дорога, карусель, карнавал и только что появившийся лабиринт. Сейчас в Дубовке 18 аттракционов. Временно не работает сюрприз. Надо менять цилиндр, нашли в Чернигове. Только что отремонтировали полы на главной эстраде, ждут артистов. Душа парка, которая является главной эстрадой, она теперь у нас в такой приличной сцене, что могут выступать все профессиональные, любительские, все коллективы. Уже в ближайшие выходные обещают запустить еще один новый аттракцион – надувной автотрек. Приглашают детей и взрослых. Парк работает практически круглый год.